база это, не знаю, временная она или постоянно, но, по крайней мере, уже 2 года она существует, нам никто ничего против не говорит, мы каждый день приезжаем туда без проблем, свободно заходим, выходим. Вот. Также говорят, что мы также можем пользоваться свободно ею. Есть такие люди добрые, которые скидывают на карточку мне лично, я потом делаю полный отчет, скидываю им счет фактуры с клиники, я скидываю чеки с магазинов, все это фиксируется, все это показывается, вот. Люди привозят деньги, люди продукты привозят. Вот. Я все полностью делаю отчет. Девочки стараются, они, считаю, в неделю 1-2 раза ездят, они покупают суп-наборы, там, гречку. Это тоже приличная сумма выходит, если считать так. На такси кто-то приезжает, кто-то на своей машине бензин тратит. Все равно есть какие-то растраты. Но лично я трачу около 30, если не больше. Ездим на базу, кормим каждый день их. Лечим, раздаем, ищем семьи, стерилизуем их. В принципе, животных очень много, кого нужно спасти. И 2, 2, 3 будет группы, это как бы разницы не имеет. Самое главное, у нас все одно дело, мы спасаем животных.